Дорога в Пятый океан. Лагерь под таким поэтическим названием работает при военно-патриотической школе «Высота». В смене курсанты школы и подростки из так называемой группы риска. Им нравится подготовка именно физическая, огневая. И когда вот они не сидят и слушают лекции, а когда они сами все делают, разбирают автомат, укладывают парашют, занимаются на турнике, прыгают с парашютом, потому что сейчас это очень редко, сейчас это все в основном проходит как теория в разных объединениях, а у нас это практика, и поэтому вот им хочется двигаться. Они подростки, у них энергии очень много. То, что в других школах обычно познается в теории, тут можно попробовать на практике. Например, эта группа уже год готовится к своему первому прыжку с парашютом. Они в последний раз повторяют пройденное на земле вместе с педагогом. Уже вечером этим ребятам предстоит самостоятельно контролировать ситуацию, ведь они впервые окажутся в небе. Все полностью, начиная от азов, начиная от истории парашютного спорта и заканчивая укладкой и как раз отработкой навыков работы под подвесной системой. В подвесной системе под куполом парашюта. То есть все особые случаи, нестандартные ситуации, приземление на различные препятствия и так далее. То есть полностью весь курс парашютной подготовки. Прыжок отработан детально. Что делать, если приземлился на гараж, провода или дерево? Всевозможные форс-мажорные ситуации тоже учтены. Желание есть. Страх чуть-чуть предпрыжковый. Ну, мы готовимся, это все каждый день отрабатывается. Автоматически уже. Группировка. Преодолеть страх над собой. И не паниковать. Вот. Все, наверное. Занимаются в школе и девушки. Маша уже не первый год. У хрупкой девушки за плечами 3 прыжка с парашютом. А еще она умеет обращаться с автоматом и владеет навыками рукопашного боя. Занимаюсь я здесь 2 года. Мне нравится парашютно-десантная подготовка, огневая, ориентирование бегать, физо. Нравится. Некоторые девочки таких тренировок не выдерживают и бросают лагерь. Однако большинство ребят любят это место. И те, кто не занимаются круглый год в школе, возвращаются в высоту летом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.